Ты у нас сегодня кто? Сыроушкин? Или Сыроножкин? А, Сыропупкин. Уж ты точно! Гусь! Чего? Популярность актера Василия Скромного, сыгравшего Макара Гусева в «Приключениях электроника», была ничуть не меньше, чем у братьев Тарсуевых, исполнителей главных ролей. Обычный школьник в один миг стал знаменитым и полюбился зрителям, несмотря на хулиганистый характер и внешность. На долгие годы за артистом закрепилась кличка «Гусь». Конопатый и рыжий одессит Вася был советским пионером и школьником, а в кино попал совершенно случайно. Катаясь на перемене с друзьями по перилам, он чуть не сбил стоявшую на первом этаже женщину. Ассистент режиссера в поисках подходящего актера зашла в один из детских интернатов и увидела мальчишку. Сразу поняла – это он, Макар Гусев. Утверждение его на роль прошло даже без проб. На киностудии с Васей просто побеседовали. После премьерного показа Василия стали узнавать на улицах. Такая слава ему очень понравилась. Он даже задумался об актерском будущем и стал заниматься в театральной школе. Юный артист сыграл еще в нескольких фильмах, но по мере взросления начал понимать, что в жизни нужна профессия серьезная. Парень, выросший у моря, не мыслил без него своей жизни, поэтому после школы устроился работать спасателем на пляже. Затем прошел армейскую службу в морской авиации. Демобилизировавшись, окончательно укрепился в решении связать судьбу с флотом и поступил в мореходку. Сейчас Василию 57. За долгие годы дальнего плавания он дослужился до боцмана и побывал в разных странах. А свободное время он посвящает подводному плаванию. Профессией он очень доволен и ни разу в жизни не пожалел о принятом решении. На интервью он соглашается редко, поэтому о личной жизни известно мало, но журналисты выведали, что Скромный давно и счастливо женат. Приключения электроника по телевизору он пересматривает с удовольствием и только жалеет, что сейчас таких добрых детских фильмов снимают очень мало. А вы помните замечательный фильм «Приключения электроника»? Кто из героев у вас был самый любимый? Пишите в комментариях. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Удачи!